Всем привет! Вы снова на моей кухне. И сегодня мы с вами готовим индейку с картофелем. Для этого нам понадобится 300 грамм филе индейки, 1 килограмм картофеля, 1 крупная луковица, растительное масло и соль по вкусу. Индейку порезали на кусочки. Солим. Обжариваем филе индейки 10 минут. Добавляем к индейке мелко порезанный лук. Обжариваем еще примерно 5 минут. Картофель нарезали ломтиками. Солим. Добавляем картофель. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут. Теперь добавляем кипяченой воды. И тушим еще примерно 5-10 минут. Вот такое блюдо у нас получилось. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До следующих видео.